От настольных игр до секции скандинавской ходьбы. В Звенигородском обществе тех, чьи способности превосходят возможности, всегда есть чем заняться. В организации состоят люди с инвалидностью первой, второй и третьей группы. К сожалению, 50% у нас людей, которые не выходят из дома или лежачие, но мы их не оставляем, опекаем, мы их любим, уважаем и все время чем-то стараемся порадовать. А им, знаете, как шоколадка и просто доброе слово, и уже... Хорошо. Общество инвалидов – большая и дружная семья, вот уже 35 лет. Члены организации не только поддерживают друг друга, но и активно участвуют в жизни страны. Одни плетут маскировочные сети, другие шьют носилки и вещи для госпиталей. Планы на будущее обсуждают осторожно, главное – все же здоровье. А там, дай бог, будем жить, будем работать. Главное знать, что любить друг друга и быть добрым. По случаю предстоящего юбилея глава Одинцовского округа передал подарки. А клуб «Активное долголетие» подготовил экскурсию в Егорьевский историко-художественный музей. Карина Еряшева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».